Добро пожаловать на видеоинструкцию мытья рук. Самое главное, что вы можете сделать, чтобы предохранить вашу семью от болезней, надо мыть руки правильно. Вот как это делается. Вымойте руки проточной водой и мылом. Потрите руки по крайней мере 20 секунд. Не забудьте вымыть тыльную часть рук между пальцами, кончики пальцев и под ногтями, а также запястья и большие пальцы. Промойте руки и высушите их бумажными полотенцами или сушилкой для воздуха. Если у вас есть опасения об чистоте вашего окружения, вы можете использовать бумажное полотенце, чтобы открыть дверь. Если вы находитесь дома, безопаснее использовать полотенце, чтобы высушить руки. Если у вас нет мыла и воды, вы можете использовать дезинфекционное средство для рук на основе спирта, который содержит по крайней мере 60% алкоголя, чтобы очистить руки. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите sfdph.org.